Привет, ребятки! С вами Галина Пчелка и Мишаня. Сегодня поделюсь с вами новыми поделками. Это уютные такие подставочки под горячую кружечку. Предупреждаю, это не под кастрюльку, потому что эти изделия из ракушек. Они слишком хрупкие для такого веса, как кастрюлька с чем-нибудь. Я посадила все ракушки на горячий клей, украсила тоже такими жемчужными бусинками. И это все на картоне, жесткий картон, очень такой жесткий. По краю обработала бечевкой, тоже на горячий клей. Получилось очень даже приятно и красиво смотрится, и приятно пить чай или ароматный кофе с имбирем на такой вот подставочке. Тоже может быть хорошим сувениром для ваших друзей. Этот же жесткий картон и в виде сердца такая подставочка. Сверху, как видите, битые ракушки. Но это не я их, это их море. Я насобирала уже вот таких вот кусочков. И смотрите, как классно можно их смоделировать. Я тоже посадила их на горячий клей. Тоже в некоторых местах есть бусины. Край обработала бечевкой. Симпатичная такая подставочка получилась. Кстати, и то, и другое можно применить по-другому. Например, если сзади приклеить петельку из бечевки, то это будет красивое панно. Вот такие наши с Мишаней идеи. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Хотим узнать, какая из подставочек вам понравилась больше. Очень приятно было поделиться с вами. Всего вам хорошего, прекрасной, теплой, ароматной осени. И до новых встреч. Пока-пока.